Это была уже не богема, а другой уровень. Кстати, мне отец оставил очень важное наследство вот этих людей. И когда я задумала вот этот вот фотопроект «Караване истории», это те люди, к которым я обратилась, чтобы они были вот такими первыми моими жертвами, которых я буду фотографировать. И после того, как я сниму, там, скажем, Иосифа Кобзона, уже все другие, видя, что он уже участвовал в моей работе, уже совершенно спокойно на это соглашаюсь. Поэтому они мне дали еще вот такой вот старт вот в этом новом деле.